Да... Опять. Делать стрим, как мы проходим КМП. Вот тогда я бы понял, как это весело было бы. А чё не нравится? Реально стрим бы сделал, КМП проходим вместе. Да я твою маму в кино водил, ой, блядь! Вот она, шоу! На последнем патроне его убил. Я бы его дубинкой бил, если... Лик ключа. Ты такой хладнокровный. Просто увидел и просто ваншот. Бляха. Ненавижу детей. О боже, а если бы я сделаю видео? Как дети, хорошенький мальчик, да? Сколько ты фильм не высадил? 10? Мертвые дети? Не так. Нехорошие ребятка. Плохие детки. Ненавижу детей. Да эти поганые пиздюки всю жизнь испортят. Ты знаешь, что детей все проблемы? Ты думаешь, почему началась война в 41-м? Потому что дети виноваты в этом. Ебал бегать. Уйда. Прикольно. Вижу. Кнопка пресс красная. Так. Ага. Круглая? Да, круглая кнопка. Так, нужен переводчик. Подожди. Где эта кнопочка? Так, желтая. А, вот. Если так, красная кнопка, да? Да. Так, если кнопка желтая, а вот красная, а на кнопке написано hold. Да пресс, блядь. Блядь, тебе пизда. Дайте мне много, я сам пройду. Если кнопка синяя. Нет, если кнопка hold резко нажми, отпусти. Да пресс, блядь. Ты дурак. Я слышал. Так, вот. А, вот. Так, как, сколько их и какие? Три. Какие? Белый и два черных. Ты попал. Так. Так, а сейчас какие у тебя там? Белый и два черных. Так. А, белый и черный-черный, да? Да. Так. Режь первый черный. Ура. Циферблат. И кратко запятой. Циферблат? Подожди, что это циферблат? Ну, 4 эти хуй. А, все. Понял?
Какие и есть краткая запятой. Так, и краткая запятой? Да. Гантеля. А вот все так, я даже вижу. Ну и краткая, блядь. Желтая пресс. Так, о, желтая. Если кнопка желтая... Это она обосралась. Задержите дыхание. Держите кнопку и смотрите пункт удержания кнопки. Я смотрю, быстрее. Так, отпустите, когда любая цифра таймера будет равна 5. Удерживай, удерживай. Мог бы съесть хотя бы. Будет 5. Неправильно. Да просто нажми. А, горит белым. Кнопка? Сбоку какая-то хуйня белым загорелась. Ты чё, блядь? А ты идём, блядь. Ясно. Так. До сих пор кнопка, да? Да до сих пор кнопка, ты чё делаешь? Так, она точно жёлтая, она не белая? Пресс жёлтая. Пресс жёлтая. Так. Ага. Нам... Ага. Нам нужно... Да быстрее давай. Я могу научать. Так, тут нет ничего связанного с прессом. Да ты... Есть желтая кнопка. Вот про желтую пишет. Про желтую кнопку тут мало чего пишет. В смысле, там большой поем был. Задержите кнопку, смотрите пункт удержать. А нажать или отпустить? Отпустите, когда любая цифра таймера будет равна 4. Неправильно. Тогда попробуй, когда любая цифра будет равна 1. Так, нашел. Лямбда и сверху... Что? Лямбда. Что это? Как она? Знак Half-Life, блядь. Что? Half-Life? Так, желтые есть? Нету. Какие вообще есть? Три белых, один синий, один черный, один красный. Красных проводов. Один. Так, секунду. Какие еще раз? Если желтый провод... Нету. Так, если красных проводов нету... Да есть. Тогда лишь первый. Да ты бил. Последний. С проводами сложно. Блять, что там будет на кнопке? Так. Я смайлик. Блять, ладно. Окей. На с языком? Да. Так. Представь букву Z, короче, за большой такой. У нее две рожки, и снизу какая-то хуйня. Чё, блядь? Секунду, я посмотрю. Так, большая буква Z. А, всё, нашёл. Так, дальше. Ну? Нет. Ты зарос? Нет, у меня последняя попытка. Так, если желтых... Ты зарвался? Так, последний провод желтый? Нет желтых вообще. Нет. Так. Черный. Я порезал его. Ну, и второй, ну. Его резать? Нет, подожди. Сколько черных? Два, да? Так. Чёрные. Режь чёрный. Два чёрных, режь чёрный. Так, шесть проводов. Ага. Да? Да. Есть весь жёлтый. Да. Он один? Два. А белых проводов больше? Нету ни одного. Блять. Ты попал! Пошёл на... О, я угадал! О, хорошо. Кажется, какой был?
Четвертый. Ясно. Тут надо нажать резко и отпустить. А на какой цифре? Тут не написано. Красава. Взрослый? Нет. Слышишь? Ты выиграл? Да. Нихуя. Что, теперь моя очередь? Пизда тебе. Хорошо. Так, начинаем. Вот почему, объясни мне, почему я тебя прошел эту хуйню за одну минуту, 30 секунд, а ты мне за 3 минуты. Да пошел ты нахуй. Я старался, я же не знал, блядь, нихуя в этой инструкции ебучей, блядь. Время пошло. Ой, ёпта, блядь.